Всем привет! Меня зовут Виктория, и я рада видеть вас на моем канале. Сегодня хочу снять видео о новом процессе. Это вышивка бисером. Буду вышивать икону. Я уже вышивала одну икону с этой серии. Икона Иисуса Христа. Теперь хочу вот пару для него вышить. Я вам показывала в готовых работах. Если кому интересно, я оставлю ссылочку, можете пройти посмотреть. И вот теперь вышла уже давно, и вот теперь хочу вышить пару. Это заготовка от компании Повна Скриня, номер АП-2015. Я потом вам, когда вышью, покажу вместе, как они смотрятся. Иконы мне очень нравится вышивать. Повторюсь еще раз, что я, для меня, как бы это, я не считаю это прямо вот иконы, это для меня сюжет на религиозную тему, и поэтому я не буду ни с кем спорить по поводу того, что нельзя иконы вышивать, должны вышивать их только люди, у которых есть на это право, специальные иконописцы и тому подобное. Как бы у меня другое мнение, и как бы ни с кем насчет этого я спорить не буду. Кому нравится, милости прошу к рассмотру. Кто считает это неправильным, можете просто выключить видео и дальше не смотреть. Так, тут идет вот обычная инструкция к заготовке. Заготовка проклеена флизелином. Сейчас я достану упаковочку. Обычная инструкция, ничего нового здесь, но для новичков будет полезно. Напечатано на атласе, значки все хорошо, четко различимы. Тут и цветов не очень много. Единственное, вот при искусственном освещении тяжело различаются вот эти два цвета. Вот когда обычное вот освещение дневное, то очень хорошо видны эти два цвета, что вот беленький здесь идет, а серебряный вот здесь. Но когда искусственное освещение, то их очень трудно различить. Но так как я обычно внимательно вышиваю, то я так подношу к свету, рассматриваю, чтобы не ошибиться. Вот, потому что для меня вышивка икон — это очень важно, не хочется ошибаться, потому что когда я ошибаюсь, я нервничаю, а когда при вышивке икон я хочу быть в хорошем настроении, чтобы меня ничего не расстраивало, чтобы вкладывать только хорошие и позитивные мысли в данную работу. Тут используется 5 цветов бисера, я уже бисер пересыпала в органайзеры. Немножко так. Вот такой вот беленький жемчужный, потом такой вот серебряный, такой вот желтенький, оранжевый и такой вот темно-коричневый. Я Девочки, у меня такая вот маленькая неприятность случилась. Бисер я покупала уже давно на эту икону, еще вместе с бисером на предыдущую. Я, получается, как взяла икону эту в магазине, попросила сразу продавца подобрать мне бисер по ключу. Она мне все подобрала, сложила в пакетик. Я как-то, ну, не смотрела на тот бисер, я понимала, что думаю, ну, если по ключу, если она бы сказала мне, если бы не было какого-то номера по ключу, что она заменила. Получается, я просто пересыпала бисер в органайзер и так все вышивала. И вот я только вот вчера, когда подготавливалась к этой иконе, поняла, почему меня так смущала предыдущая икона, которую я вышивала, так цвет меня смущал. Но я даже приблизительно не могла подумать, что там неправильный бисер. Вот этот вот цвет оранжевый, который на заготовке отмечен, здесь по ключу нужен номер 87060. Честно, я не знаю, какой это номер, может, они там и не отличаются сильно, но вот какой номер мне положил продавец. 860. Вот. Может,
И поэтому меня и смущает результат. Я, честно, не буду говорить, что там этот бисер кардинально отличается, потому что я не знаю, как выглядит вот этот бисер. Но, может, если бы был бисер тот, который надо, может, так бы результат меня и не смущал. Вот меня как раз этот бисер, мне казалось, что он сильно какой-то оранжевый, что он как-то не подходит к иконе сюда. И вот тогда я, когда вышивала, я говорила девочкам, что хочу. У меня есть еще две таких же заготовки, точно. Тогда я девочкам говорила, что хочу подобрать самостоятельно бисер и вышить. Может, я так и сделаю. Куплю бисер именно по ключу, весь уже, который нужен, и вышью именно как правильно. Эту икону я уже не стала ничего менять, потому что пара к ней вышита этим бисером и будет уже как-то неправильно вышивать. Ну, не то, что правильно, некрасиво будет смотреться, потому что они будут разные. И вышью уже как вышивала предыдущую икону. И надеюсь, будет красиво вместе смотреться. Да, результат, который получился, мне нравится. То иконы предыдущей. Я вам, когда вышью, я их положу две вместе и посмотрите, как оно смотрится. Ну, немножко подрастроило меня этот факт, что я вот заметила, что бисер не по ключу. Может, как раз поэтому и смущал меня результат, который получился. Но менять, повторюсь, еще раз ничего не буду. Так, девчонки, пожелайте мне удачи в вышивке. Заготовки мне очень нравятся, очень красивые они, такие нежные. Я очень люблю иконы, поэтому приступаю с особым трепетом к их работе и надеюсь, быстренько у меня все получится и будут у меня уже готовые две работки. Желаю, девчонки, вам всего самого-самого хорошего, чтобы вышивка приносила вам только удовольствие, никаких разочарований, чтобы было у вас побольше времени, чтобы была у вас яркая солнечная погодка, как у нас сегодня. Вот видите, как мне солнышко подсвечивает красиво. Желаю вам всего самого-самого хорошего и всем пока-пока.